Ребята, привет! Слушайте, ну сегодня, в общем-то, какой-то серьезной цели или заявки в сегодняшнем видео нет. Просто у меня сейчас подключен именно такой комплект. И просто хочу послушать. Послушать разную музыку. Ну и что я еще сделаю по приколу, просто интересно. Померяем также уровень громкости колонок, и вот на расстоянии это получается где-то, ну, 2,5 метра приблизительно. Посмотрим, как колонки играют на 2,5 метра. Играть у нас будут диски на DVD-шники Sony. Самозаписные диски, когда-то там в конце 90-х или в самом начале 2000-х скачал кучу MP3-шек, записал их на болванке, немножко разжал, но качество все-таки осталось такое очень посредственное, но тем не менее послушаем. И потом в конце попробуем пару вот каких-то таких дисков тоже из далеких, не знаю, конца 90-х, самого начала 2000-х годов. Слушать будем вот такой концертный усилитель C-Audio ST400. Выходная мощность на 4 омах 2 по 400 ватт и на 8 омах 2 по 260 ватт. Но так как у нас входной сигнал идет не с предварительного усилителя или не с микшера, у которых выходное напряжение выше, то усилитель, конечно же, свою полную мощность в таком варианте не даст. Но даст достаточную мощность для дискотеки в домашних условиях. А слушать мы будем колонки Radiotechnica Rigonda. Вот у них таких 2 по 6,5 дюйма басовика, среднечастотник на поролоновом подвесе и высокочастотник. Фазинвертор находится спереди. Значит, показываю. Кстати, несмотря на свой, ну, не то что прям большой, но достаточно большой все-таки размер, достаточно легкие колонки. Вот, забегая вперед, сразу хочу сказать, что на мой вкус, конечно, вот эта вот радиотехника Ригонда, это уже не та радиотехника, к которой мы привыкли. То есть вот эти басовики, это, скорее всего, уже китайские. На поролоновом подвесе. Сзади колонки выглядят вот таким образом. Здесь клеммы крутилки. Ну и по параметрам эти колонки вот так выглядят. Диапазон частот с 35 до 25. С 35 Гц до 25 кГц. Сопротивление 4-8 Ом. И музыкальная мощность 180 Вт. Ребята, есть у меня там видео, не так давно выпускал, не помню, там пару недель назад, где я рассказывал про мощность колонок. Вот. Но если вкратце вернуться конкретно по этому параметру, музыкальная мощность 180 Вт, что же она означает? Она означает, это 180 Вт, это рекомендуемая мощность усилителя с 30 до 180 Вт. И Music Power – это рекомендуемая мощность усилителя на 2 канала. То есть не на один канал, не на одну колонку, а на 2 колонки. Вот, соответственно, на одну колонку, значит, рекомендуемая мощность усилителя от 30 до 180 Вт. И, соответственно, на одну колонку получается рекомендуемая мощность усилителя от 15 до 90 Вт. Ну, если мы учитываем, что рекомендуемая мощность усилителя обычно процентов на 20-30 больше, чем нормальная рабочая РМС мощность колонок, то на выходе получаем, что мощность этих колонок приблизительно где-то в районе 70, ну, максимум 80 ватт РМС. Вот. И чувствительность у этих колонок, я сейчас, ребята, точно не помню, но, по-моему, там было заявлено что-то 90 или 91 дБ. Итак, мы слушаем разные диски. Сперва слушаем самозаписные болванки, а потом, ребята, мы слушаем уже такие, ну, наверное, лицензионные диски, не знаю. По крайней мере, с лейблами, со всеми там, с этими, с голограммами, не знаю. Вроде должны быть лицензионные. Итак. Поехали, включаем что-нибудь. Итак, сперва самозаписные диски. Да, еще.
Не знаю, какие песни пройдут, какие-то, возможно, в блок уйдут. Поэтому, может быть, вы услышите не все то, что я здесь буду слушать. Но посмотрим. Надеюсь, большинство пройдет.
track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. Run into the peace camp back. Run along with Captain Jack. Ba-da-da-dee-da-do. Left, right, right, left. Это громко. Я скажу, что 100 децибел, но даже 95 децибел это уже громко. А 100 децибел в помещении. Так, ну еще одну болванку, а потом попробуем диски оригинальные. Нормальненько, так я скажу. По ушам режет неплохо. Мы не говорим сейчас про качество. Мы сейчас чисто, как сказать, хочется в плане громкости побаловаться немножко. На что же колонки радиотехника способны? Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Sweet dreams.
вам-то с той стороны экрана что там? Ну, громко и громко. В наушниках сильно особо не поймешь. А мне тут здесь, блин, при 100 децибелах сидеть-то как-то... Ой-ой-ой, для ушек. Ну, вот этот диск, по-моему, должен быть качеством записи получше. Я так думаю, я так надеюсь. И мы сейчас это услышим. Так или нет. Загружаемся. И погнали. Я уже не помню, какая тут музыка у нас. Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, ты в небе солнце не нужна. Наташа, Наташа, ну до чего ж ты хороша. Наташа, Наташа. Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, как в небе солнце мне нужна. Наташа, Наташа, ну до чего ж ты хороша. Наташа, Наташа.
мои ушки, ребята. Нормально. Совсем немало. Подожди, он потише, а то у меня скоро барабанные перепонки. Знаете что, давайте последний диск поставим. Ну, жесть вообще так громко слушать. Если так каждый день слушать, то за месяц, ну, может даже за пару недель можно и слух свой подсадить. Фух. Ну, приехали. Погнали. Чек, вот так у нас. Remember the time when we were spending
ребята. Нагрузка на уши нормальная. Знаете, фишка в том, что вот когда ты слушаешь 100 дБ во время гулянки, ты выпил, у тебя настроение боевое, тебе хочется танцевать, прыгать, ну тогда 100-105 дБ это нормально. Но когда ты так приходишь спокойно в предбанное помещение, думаешь, послушаю-ка я музыку тут спокойненько. И вот, ребята, 100-105 дБ, ну хорошо, там от 90 до 105 дБ слушать в течение более 20 минут, то это уже нормальное такое давление на уши. Вот. Ну, собственно говоря, ребята, разговор не про качество, а чисто было интересно посмотреть, как радиотехника Ригонда, какое звуковое давление она развивает. И вот я скажу, что на расстоянии 2,5 метра, вот здесь вот мы стояли, когда там чуть подальше, они развивали моментами до, ну, где-то до 102 дБ. Но когда, если подходили ближе на расстоянии где-то метр, то, в общем-то, 107 дБ был не предел. И при этом мы догоняли крутилку громкости где-то вот так вот. Но мы могли крутить и дальше. И я думаю, что эти колонки радиотехника бы, они не порвались бы, они бы играли бы дальше. Не могу судить, какое бы качество звука там было бы. Ну, в плане вот перегрузки колонок, да, или чего. Но, думаю, громкость, конечно, хорошая. То есть, в принципе, верю, что чувствительность этих колонок где-то в районе 91 дБ. Вот, учитывая, что мы слушали на 2,5 метра. И знаете, опять же, не про качество звука, а чисто по громкости эти колонки способны озвучить помещение. Но вот даже у меня здесь, скажем, где-то 30, около 30 квадратов, ребята, здесь громко. Вот, так что, в принципе, по сути, 30 квадратов для этих колонок устроить дискотеку – это не предел. Ну, а дальше, собственно говоря, вы сами все прекрасно знаете. То есть, в этом видео я не обсуждал качество, я просто пришел сюда послушать музыку. У меня были тут подключен этот усилок, были подключены эти колонки, я слушал как-то до этого их несколько раз в спокойном режиме, а сегодня вот решил чисто немножко поддать жарку. И знаете, ребята, да, жарку я подал, даже немножко вспотел от такой громкости. Вот. Ну, а вы пишите в комментариях, какие ваши мнения на этот счет, как вам понравилось, не понравилось. Все, ребята, итак, это были колонки радиотехника Ригонда и усилок. Старенький, не помню сейчас точно, где-то там в районе 90-х годов, или даже постарше, 80 какого-то года. Не помню, конец 80-х, начало 90-х. C-Audio ST400, концертный усилок. Вот, все, ребята. Кто не подписался, подписывайтесь. Смотрите мои другие видео, которые были уже сняты, которые еще будут сняты. Кто подписан, ребята, ставьте лайк, если понравилось, комментируйте. Все, ребята, всем пока-пока.